Приветствую вас. Я, наверное, задам вам один вопрос, который, как я надеюсь, прояснит эту ситуацию и поможет вам. Какая, по вашему мнению, должна быть мотивация у мужа делать как-то что-то по-другому, делать как-то что-то иначе, нежели то, что он делает сейчас. Вот какая у мужа вашего должна быть мотивация, какая у вашего мужа должна быть мотивация делать что-либо по-другому, отличающееся от того, что происходит сейчас. Мотивация какая? На мой взгляд, вы такой мотивации ему не даете. Дальше. Человека в 46 лет как бы можно переделать, можно поменять только при условии, если он этого сам, допустим, хочет, к примеру. То есть, если он этого не хочет сам, если он этого не хочет, если ему это не надо, если ему это не интересно, то никак его не переделать при всем вообще желании, да, то есть это невозможно, в принципе, невозможно сделать. Вот. Понимаете, какая штука. Поэтому для меня то, что вы пишете, выглядит, ну, так, что вы, с одной стороны, своего мужа не мотивируете, с другой стороны, что вы, а чего вы от него ждете, если он, судя по всему, так себя вел изначально. То есть, если вы хотите, чтобы он поменялся, окей, ему нужна мотивация. Ему нужна мотивация, без мотивации никаких перемен не будет, это нормально, вот. И потому вопрос звучит, к вам вопрос звучит именно так. Какая мотивация у вашего мужа что-либо делать? Это первое. Второе. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, слишком много денег у вас в отношениях. То есть, вот вы пишете, значит, у меня две квартиры, но муж позвал жить к себе, я пошла к нему с ребенком. Так это был ваш выбор или нет? Вот. У меня такое ощущение, что вы обвиняете его, Елену, в том, что он вас позвал. Через некоторое время муж захотел сделать ремонт своей квартиры, ну, значит, там не косметический, шикарный. Я предложил ему продать мою квартиру, однушку, и продать его однушку, равноценно купить совместную квартиру. Да, для чего вы это предложили? Почему вы это предложили? А он наотрез отказался. То есть, как бы, смотрите, непонятно вообще, как у вас отношения развивались. Вы пишете, что вы браке с ним 9 лет, уже 9 лет. 9 лет срок не маленький, да? Вот. Когда начались такие проблемы? Когда он начал делать ремонт? Когда вы предложили ему продать квартиру? Вот когда все это было? Он наотрез отказался, мотивируя тем, что совместных детей нет. Почему нет совместных детей? Дальше. Я отказалась вкладываться в квартиру деньгами, так как я в ней не прописана, прав на нее не имею, да и бывшая жена ушла лишь с одним чемоданом. То есть, смотрите, доверия между вами и вашим мужем нет. Вы себя в защищенности не чувствуете, вы пишете, что отказалась вкладываться в квартиру деньгами. Но ведь если вы своего мужа любите, если вы хотите для него счастья, если вы видите его как личность, если у вас есть что-то общее, разве имеет значение деньги? Разве имеет значение, будете его вкладываться или нет, тем более, что квартира у вас две. Так что вы чувствуете к мужу? Вот вы говорите, что у вас есть чувства. Как они чувствуются, выражаются? Как он выражает свои чувства? Как вы выражаете свои чувства? Это очень важный момент. Дальше. Брак, ну, так, 9 лет, он постоянно меня попрекает в том, что я не покупаю квартиру, ничего, и за квартиру не плачу. С чего это началось? Как давно он это делает? Как вы на это реагируете, на то, что он вас попрекает? Зарабатывает он в 4 раза больше меня. Это вы к чему? Я покупаю только продукты и одеваю себя и ребенка.
А это вот к чему? Квартире я отдаю своих куда деньги? Ну, как бы на что идут деньги? Непонятно, работать вы или нет. Он требует, чтобы я с прибыли от квартиры покупала что-то в дом. Ну, ему хочется, чтобы укладывались деньгами. То и желание, это, в общем-то, такое. Оно не совсем неадекватное, но вопрос заключается в том, почему вы это не делаете, и вопрос заключается в том, что мы сделали для вас. Дальше, ремонт он сделал шикарный, теперь их постоянно все ходит, трет, не дай бог, будет это пятно. Я убираюсь, готовлю на каждый час ходить и протирать пятна, это уже слишком. Опять же, такое впечатление, что вы в этом сомневаетесь, Елена, то есть вы пытаетесь сейчас у нас получить, типа, разрешение этого не делать. То есть вы хотите, чтобы мы вам позволили не делать. А вот этих вещей, которые, ну, заставляют делать ваше имущество, то есть, типа, не убираться. Не мы это должны делать, знаете, не мы, вы. Вам самой необходимо для себя решить, что вы делаете, что вы будете делать, а что вы делать не будете. И все. А вот то, что сейчас происходит, это, к сожалению, позиция жертвы. Дальше, если берет трубку, начинается истерика, зачем ты мне тогда нужна, я устал, понеслась и... Почему вы это терпите? Для чего вы это терпите? Какая у вас мотивация терпеть? Дальше, к плите он не подходит, деньги на питание не дает, а должен подходить к плите. На даже не ездит, а должен. Но продукты дальше есть. Так вы ему их готовите. Вы ему их готовите, вы их приносите, почему бы ему эти продукты не есть? Это первое. Второе, в чем проблема, что он их ест? Ну, ест, как вас это задевает? В этом месяце сходил, потратил 2000 на продукты, собрался покупать телевизор на 150 тысяч, хотя стоит новая плазма, он считает, что она уже маленькая, нужно больше, и что? То есть, как бы, у вас есть свои желания, заявляйте о них, и ставьте вопрос ребром, чего вы хотите, если вы хотите, и как вы видите удовлетворение ваших желаний, если муж на это не откликается, то же вам решать, что делать, но пока вы просто считаете его деньги. Вот и все. А у нас две проблемы. Нет. Нет, Елена. У вас проблемы. Про мужа мы не знаем. У вас проблемы. Отсутствие общего бюджета. Какая мотивация, опять же, этот самый общий бюджет создавать? Вот какая мотивация? Знаете, общий бюджет могут создать люди, которые, в принципе, имеют друг с другом что-то общее, которые, как бы, ну, друг другом дрожат. Я не вижу этого у вас. Ежедневные истерики мужа по поводу уборки. Это его проблема. Это не ваша проблема. Ваша проблема в чем? Что он истерит? Друг другу у нас есть чувства. Так, про чувства я сказал. Может, я неправильно себя веду. Может быть, но для этого нужно делать анализ. А пока что я рекомендую вам изучить в интернете я сообщение, психологическую игру «Скандал». Вот. Ну, наверное, все пока что. Вот, что нужно сделать с психологом? В первую очередь проанализировать отношения в первом браке с родителями, посмотреть, почему первый брак распался, что вы делали не так. Вот, второе, поработать с личной ответственностью, с правильным выражением своих желаний и со страхами, которые, скорее всего, удерживают вас с мужем. Вот, мне видится история такой. Вот, в принципе, и все. Если вам хочется, чтобы мужчина, ну, муж относился к вам определенным образом, то и вам нужно поддерживать определенную женскую модель поведения. Если эта женская модель поведения отсутствует, то и мужчина будет вести себя к вам соответствующе. Поэтому измените свое поведение вы, измените свое поведение и мужчина. Дальше, с мужем не договориться, он делает как захочет. Не то, чтобы не договориться, у него нет мотивации с вами договариваться. Ну, а значит, вы либо создаете мотивацию, либо расстаетесь, если человеку на вас плевать. То есть это, опять же, вопрос вашей цели, для чего вы с ним, почему вы с ним. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи вам. Надеюсь, что ситуация разрешится в лучшую сторону, но без психологов вам, конечно, будет сложно.